Фантомас и Проводница. Я хлебный квас. Белье брать будете? Казань брал, Астрахань брал, и белье возьму. Как говорил Александр Македонский, белье как женщины, их нужно брать обаянием и писькой. Это Цезарь говорил. То есть, по-вашему, это говорил салат? Хам, а ты проводница, мы с тобой стоим на одной ступени фашизма. Чай? Нет, Фантомас. Так, мужчина, вы со мной в игры не играйте. А может, мне еще еду не есть и не тушить тушенку? Что с вашими таблетками от тавтологии? Я сейчас вызову милицию. Куда, на дуэль? Сражаться за честь тамбура? Кто победит, тот там и спит? Ваш билет. Какой билет? Я же не на самолете лечу. У нас тоже билетная система. У вас туалетная система. У кого ключ от туалета, тот и главный. Мужчина, ваше место 24. Это, между прочим, верхняя полка. Я вешу 1 000 000 килограмм. Это автоматом уже нижняя полка. А если там кто-то будет лежать, это будет полочный бутерброд с мясниной посередине. Так, паспорт. Да. Что да? Что да, то да. Хорошо. Хорошо, на хлеб не намажешь. Вы глупый. Вы глупый, на хлеб не намажешь. Хлеб! Вы право женщине какую-то хуйню говорите. С вами что-то случилось? Со мной не случилось, со мной Фантомас. Фантомас, Фантомас, натяну на попу глаз, а? Извините, в одной машине с охальниками ехал. Так, мужчина, убирайтесь отсюда! Что у вас с дикцией? Говорите, я дура, а слышится, убирайтесь отсюда. Хорошо, как хотите. Я беру, запинаю туалет и писайте, куда хотите. Я здесь.